Удивительно, модель таймер является прототипом настоящих старинных часов кукушки, только приводится в движение не с помощью гири, а с помощью резиномотора. Состоит из 107 деталей, время, которое вам понадобится на его сборку, составляет 3-4 часа. Как и все конструкторы у Gears, таймер поставляется вот в такой вот фирменной упаковке, внутри которой есть подробные инструкции и все, что необходимо вам для сборки. Есть минутная, секундная стрелка, на обратной стороне регулятор для подстройки плавности и точности хода. Данную модель можно завести на 5, 10, 15 или на 20 минут.